я был когда-то странной игрушкой безымянной. Теперь я чебурашка, теперь я чебурашка, теперь я чебурашка, 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 чебурашка. Тает снег, в лесу цветут ландыши, а мы тут раскрываем копыечные таланты. Сегодня таланты КПИ будут удивлять нас своими способностями в оригинальном жанре петь и также танцевать. В каком стиле ты будешь танцевать? Контемп. Это свободное движение, это то, что танцовщик чувствует под музыку, как он ее чувствует, то он делает это. А почему ты решила прийти сюда, показать свой талант? Пока учусь в КПИ, первый курс, еще не успела где-то в Киеве где-то еще найти, где заниматься. То есть все остальные конкурсы очень важны, а этот так? Ну да, для души больше. Я участвовал в первом чемпионате Украины с футбольным фристайлом, где вошел в 1/8 чемпионата Украины. Проводил мастер-классы на международных фестивалях, фестивалях украинских. Ты пойдешь болеть за Украину на Евро? Я как бы не увлекаюсь футболом в принципе, потому что это как бы совсем другой вид спорта. Такое выступление, мы будем читать рэп только под гитарную музыку. То есть в таком роде. Казалось бы, сидел как надо, но интервал времени. После последних вечер разгорается, это уже не огни. Редкая звонка, непостоянная, вообще не знаю. Я там барьер окращать, я своих вопросов знаю. Тут мне приходят в голову мысли и сомнения. Мы разделены, теперь у меня притяжение. Есть ли у вас какая-то муза, для которой вы пишете? У вас она одна или разная? Муза наша – это испытанные наши эмоции после каждого события. Это первый раз, когда в дружбе сошлись от Эп и Фэл. Вот таким образом мы хотим объединить эти два факультета. Отлично. Сегодня нам интервью даст самый лучший участник КПИ «Мой талант» Юра Сброжик. Здравствуйте, я испытываю серьезное волнение, но я думаю, что все получится и все будет очень круто и хорошо. Вот. Ну, не знаю, что это такое. Я ничего не чувствую. На ничего мальчика вообще не было слышно. Вы стряпываешь интервью, как? Отлично. Отлично, как тебе запорол. Приняли? А что ты запорол? Никто не заметил. Волновался. Зачем ты это говорил? Зачем? Извините. Я под эмоциями. Не так уж громко, нормально, душевно, приятно, понравилось.
Ты стала победительницей конкурса КПИ «Мой талант». Какие у тебя эмоции? Расскажи нам. Вся Украина ждет твоих эмоций. Скажи, пожалуйста. Я просто сейчас. Ты испытываешь, когда узнал, что ты победил? Это было неожиданно, серьезно. Мы, ну, первый номер мы вообще налажали, второй вроде бы ничего, но все равно неожиданно. Классно, мы 13, мы не поломали ни одной гитары, не разбили ни одного микрофона. Все было круто. Спасибо, правда, когда уходил при награждении, чуть не упал, не убился, но все классно. Всем привет. Маме привет, всем привет. На самом деле, вот на КПИ «Мой талант» как-то стабильно все получалось. Это какие-то постоянно приколы. Но в прошлом году просто выступали сначала здесь, потом на финале тоже какие-то вечно... Ну, а вы не думали сменить название группы, чтобы все везло? 13 вообще счастливое число, на самом деле, это все вранье. 13, ну, типа, есть 12, до 12, от 1 до 12, обычно все связано, эти циклы там, месяца и прочее. А 13 – это начало чего-то нового.